Но зато оно качество и долго будет служить. Конечно. И еще плюс в этом, знаешь, что всегда видно, что на той стороне проходит. Да. Плотное, железное и не скрипит. Отремонтированные подъезды дома на Можайском шоссе инспектируют народные избранники Одинцовского округа. Хорошие новые почтовые ящики, молодцы, браво. В подъездах пятиэтажки поставлены новые тамбурные двери, почтовые ящики, заменены осветительные приборы, стены и потолок окрашены в новую цветовую гамму. Главный инженер управляющей компании рассказывает, старшая по дому контролировала весь процесс ремонта лично. Все работы согласовывались с ней, выбирали цвет, то есть представитель совета дома выбрал цвет, который мы уже применили в жизни, сделали. В ходе осмотра депутат окружного совета Павел Чемурлиев отметил, что все косметические работы выполнены качественно. Обошли, проверили подъезд, очень красиво сделано, отремонтировано. Старший дома все согласовало, приняло. Сейчас самое главное отследить, чтобы была чистота, порядок и уют. Дом уже начали готовить к осенне-зимнему периоду. Сейчас идет проверка и оценка состояния внутренних инженерных систем. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».